Придут девчата. Кристин, да к тебе придут. Приду, да, смотри, у меня нету бешеной любви к нему, чтобы я плакала. С этим я прожила 1.5 года, 3 недели поплакала. С Ромашовым. С Артемом 4 месяца, 3.5. И я легко отпускаю. Я уже, ну, ты смотри, думаешь... итальянец твой счастлив же? Счастлив. Нет. Ромашов счастлив? Пишет. Счастлив. Был бы счастлив, Град тоже будет счастлив. А ты будешь Сермаковой, рыдающий, на одном бревне сидеть. Посмотри на Надю. Да самое главное, что я счастлива сама с собой. Надюх, не плачь, все будет хорошо. А ты тоже не злорадствуй, я говорю, тебя то же самое ждет. В смысле злорадствуй? Смотри, мне одной кайфово, комфортно, я улыбаюсь, не знаю, мне, вот мне хорошо. Кристина Бухенбалта, а если ты выиграешь в конкурсе «Сейшельские каникулы», а с кем ты полетишь? Это обязательно должен быть мужской пол? Да. Я могу выбрать даже по-дружески кого-то. Или Мандевира, или Адеева, или Ромашова.